Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня я сделаю то, чем я вам угрожал на протяжении, наверное, последнего года. Я все-таки решился, я привез из Мона стимпанковские инструменты, стимпанковские свои работы, и я хочу продолжить. Вы знаете, что я уже начал делать работы в стиле стимпанк. И хочу это дело теперь ускорить, потому что шатер берет и хорошо берет, каждый день мне продается. Поэтому почему бы ему немножко не помочь, тем более, что вы знаете, я следую принципу, мне нравится, должно шатер нравиться. Шатер на последнем месте в этом деле. Итак, что будет теперь? Да, я буду каждый день грузить новые видео. Из старого канала выбирать, но это не будет видео как бы для начинающих, потому что здесь на этом канале у меня люди, которые со мной прошли уже Крым и Рым, и для них тут грузить им видео для начинающих — это бесполезно, просто только напрягать будет. Поэтому я решил вывести все видео для начинающих в отдельный такой блок, который загрузил в свое там облако. Также сделал я возможность скачивать, если кто-то захочет. Принцип такой же, то есть вы можете наблюдать за тем, что я делаю, и постепенно, набирая опыт, без начальных знаний, спотыкаясь на каждом шагу, действовать дальше. Или же я обращаюсь сейчас к новичкам, тем, которым вдруг захочется, да, или же пойти вот по этой ссылке, которую я оставлю внизу, заплатить немножко денежков, чисто символически, там я сделал 6 евро всего, ну, чтобы отличать от 5 евро за книгу. Помните, у меня там уже 5 книга продается. И тогда вы можете скачать этот блок из 12 видео, по-моему, там у меня 12 видео для начинающих. Пройти их и потом подстроиться под наш темп, под мой темп. Да? То есть вам на выбор. Хотите быстро — вот, пожалуйста. Ссылка в описании, как говорится. Не хотите деньги тратить? Собака возмущается, не знаю, что ему нужно. То, пожалуйста, тогда вот следуйте этим видео, которые я сейчас буду грузить со старого канала. Ну, пожалуй, все сказал. И давайте уже в конце концов начнем. Начнем мы с этого, с тех, которые у меня в самом начале там лежали на канале, и я буду каждый день подгружать. Так что, дорогие мои, извиняйте, но вам придется потерпеть. Я постараюсь это сделать быстро. Ну, насколько быстро это получится, надо будет каждый раз скачивать оттуда видео, вырезать оттуда те кусочки музыки, за которые меня там заблокировали. И это новое видео уже выставлять. Вот так придется делать, поэтому очень быстро не получится. Но, тем не менее, я хочу это еще сочетать с тем, что мне надо свою избушку-то закончить, в конце концов. Вот тут осталось на день работы, но, тем не менее, день есть день. Итак, я начинаю. А вам всего доброго. Успехов. Пока.